Великая Отечественная война. Все дальше по времени от нас трагические события тех лет, все меньше участников тех сражений. Минули десятилетия, но память о войне жива. Жива в сердцах людей, величии монументов и памятников, сюжетах художественных произведений. ЗИС-3 – одно из лучших орудий Великой Отечественной войны. Правда, его история могла закончиться, едва начавшись. Двадцать второе июля 1941 года. С начала Великой Отечественной войны минул ровно месяц. В этот день начальник главного артиллерийского управления маршал Кулик ознакомился с новой пушкой. Это и была ЗИС-3. Решался вопрос о дальнейшей судьбе орудия. Создали пушку в конструкторском бюро под руководством Василия Грабина. Вердикт для конструктора был неутешительный. Орудие в производство не запускать. Но пройдет немногим более полугода, и Сталин назовет эту пушку шедевром в проектировании артиллерийских систем. Она станет самым массовым советским артиллерийским орудием Великой Отечественной. Дивизионная пушка калибра 76 мм – это, как говорится, рабочая лошадка в войсках. Она занимает промежуточное положение между легкими орудиями и орудиями особой мощности. Она нужна как в наступлении, так и при обороне. Во время Первой мировой таким орудием была дивизионная пушка образца 1902 года. Она более известна как трехдюймовка. 3 дюйма – это калибр орудия, что и соответствует 76 миллиметрам. Трехдюймовка достаточно долго стояла на вооружении. В 20-30-х годах она являлась основным полевым орудием Красной армии. В 30-е годы, чтобы повысить ее боевые качества, пушку модернизировали. Но время берет свое. Рано или поздно любое оружие требует замены. В 30-е годы в Советском Союзе начались широкомасштабные работы по созданию нового вооружения, в том числе и артиллерийского. Одним из КБ, где разрабатывались новые орудия, было конструкторское бюро под руководством Василия Грабина. Василий Гаврилович Грабин – один из выдающихся советских конструкторов артиллерийского вооружения. В списке работ его КБ будут и зенитные пушки, и танковые орудия для Т-34 и КВ. Во второй половине 30-х в КБ под руководством Грабина были разработаны 2 дивизионные пушки – Ф-22 и ее усовершенствованный вариант Ф-22 УСВ. Последняя в полной мере – удовлетворяло требованиям главного артиллерийского управления. Но конструктор есть конструктор. Он всегда стремится к созданию идеального оружия. Видимо, исходя из этой идеи, в КБ под руководством Грабина и спроектировали ЗИС-3. В начале 41 года орудие успешно прошло заводские испытания. Но в размеренный ход событий вмешалась война. В первые дни Красная армия потеряла большое количество военной техники. Необходимо было восстанавливать боеспособность советских войск, и все это на фоне эвакуации заводов вглубь страны. В таких условиях предпочтение отдавалось не новым, пусть и перспективным образцам оружия, а уже освоенным в производстве. Вероятно, исходя из этих соображений, начальник главного артиллерийского управления маршал Кулик и вынес неутешительный для Грабина вердикт. В производство орудия не запускать. Во время войны директорам заводов и КБ существовал строгий запрет на какие-либо изыскания, которые могли бы снизить серийный выпуск оружия.
Тем удивительнее, что Грабин маршала не послушал. С одобрения директора завода Еляна ЗИС-3 в производство запустили. Ну а дальше, как в сказке со счастливым концом. Когда в начале 42-го с пушкой ознакомился Сталин, он произнес: «ЗИС-3 – шедевр в проектировании артиллерийских систем». Военно было приказано срочно провести испытания ЗИС-3. Они продолжались всего 5 дней, и 12 февраля 42-го года пушку приняли на вооружение. Интересно, что к тому моменту в войсках было уже порядка 1000 этих орудий. Дивизионная пушка калибра 76,2 мм образца 1942 года ЗИС-3. Начальная скорость снаряда 680 метров в секунду. Наибольший угол возвышения 37 градусов. Угол горизонтального обстрела 54 градуса. Масса в боевом положении 1200 килограммов. Скорострельность 25 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы 13 290 метров. Дальность прямого выстрела 820 метров. Масса снаряда 6,3 килограмма. Как позже напишет в своих воспоминаниях сам Василий Грабин, эта артиллерийская система заставила заговорить о себе военно-артиллерийскую и инженерно-конструкторскую общественность всей страны, а позже и всего мира. Простота конструкции позволила организовать поточный метод производства с резким повышением числа выпускаемых орудий. Например, на одном из заводов выпускалось до 120 пушек в день. До войны это была месячная норма. Всего за годы Великой Отечественной было изготовлено порядка 48 тысяч пушек ЗИС-3. У ЗИС-3 было важное отличие от предыдущих дивизионных пушек. Раньше механизмы наведения находились по разные стороны казенной части ствола, поэтому наводку производили два номера расчета. У ЗИС-3 рукоятки подъемного и поворотного механизмов размещались с одной стороны. Соответственно, и наводчик был один. Это существенно облегчало стрельбу по подвижным целям. Ствол ЗИС-3 оборудовали дульным тормозом. При выстреле он поглощал до 30% энергии отдачи. Для защиты от бронебойных пуль и осколков пушку оснастили броневым щитом. Его толщина составляла 5 мм. В щите имелось смотровое отверстие. Ходовая часть оснащалась колесами от грузового автомобиля ГАЗ-2А. В ходе войны орудие решало множество боевых задач. В боекомплекте были снаряды различного назначения – шрапнельный, осколочно-фугасный, бронебойный. Пушка успешно боролась с живой силой противника, подавляла и уничтожала огневые точки врага, противостояла танкам и другим бронированным. ЗИС-3 была использована в качестве основного оружия самоходной артиллерийской установки Су-76. После разгрома фашистской Германии пушка участвовала и в войне против милитаристской Японии. По мнению многих специалистов, ЗИС-3 – одно из лучших орудий Второй мировой. В заключении вернемся к финальному эпизоду художественного фильма «Горячий снег».